Какие у вас планы на будущее, что касается вот школы? Кого привлекаете? Как это происходит? Смотрите, в принципе, школа коллекционирования Олега Боровко – это как бы не форма предоставления информации, там, за партой сидеть, да? То есть у слова «школа» как бы есть несколько разных значений. Вот я использую вот эту вот фразу «школа коллекционирования Олега Боровко» как «школа» – это как видение, как способ видения чего-то. Вот, может быть, когда-нибудь кто-то будет говорить, там, «школа Кристиана Апостола». Почему нет? Это как видение ваше, да? И вы тоже набираетесь каким-то опытом и со временем можете им поделиться, да? И это не значит, что вы там пригласите людей за парты и будете им рассказывать. Это будет абсолютно что-то другое. Но это тоже можно назвать именем вашей школы, как бы, здорово, да? То есть вы даете больше понимания и более широкий кругозор темы коллекционирования. Дайте людям понимать, зачем это, то есть какую пользу это приносит, какие в этом плюсы, прелести. Да, совершенно верно. Да, это вот одна из причин, вот почему я общаюсь с вами. Мне хочется показать, что много людей занимается коллекционированием, смотрят на коллекционирование, как-то поддерживают коллекционеров или являются... Вот вы, допустим, со своими картинами, вы просто объект коллекционирования, да, и вот пристального внимания у коллекционеров, я правильно понимаю, да? Согласны с этим, да? То есть, поэтому это как бы вы часть и вот этой жизни. Это очень интересно. Да, я хочу показать, что это вот как бы разнообразно все. Вот, это вот уже поэтому как бы школа коллекционирования Олега Боровко, это не то, что Олег Боровко говорит. Вот я вижу приглашать разных, вот моя задача, ну, как бы вот особенность моей школы приглашать разных людей, чтобы они высказывали свои мнения. Показать, что этим много кто занимается, да, потому что там, где коллекционирование, благодаря каким-то фильмам криминальным, рассказам всяким криминальным, люди перестали делиться этой радостью. Смотри, что у меня есть, боясь, что что-то нехорошее может выйти. Слишком много вот однобокой какой-то криминальной вот такой направленности в информации есть о коллекционировании. Я с этим полностью не согласен. Я вот ищу людей, которые бы хотели рассказать и показать. На самом деле это все намного интересней и полезней. И вот как здорово получилось, я встретился с вашей поклонницей, с одним из коллекционеров, и она мне посоветовала вас, теперь я общаюсь с вами. То есть вот, и вот так вот от человека к человеку я узнаю еще каких-то новых людей интересных, и их вот собираю, да, и показываю, да, вот. Это вот одна из форм, скажем так, вот моей деятельности, который, вот под которой я и подразумеваю школу коллекционирования Олега Боровко. Дальше... В принципе, очень много бесплатной информации, как и это видео, я вставлю в интернет. То есть я не буду эти знания продавать, а наоборот, вот моя задача показать это как можно большему количеству людей. Что, да, это будет бесплатно абсолютно. У меня есть такой хэштег, ну как бы «Школа коллекционирования Олега Боровко», аббревиатура получается «ШКОБ», 4 буквы, да, и вот впереди решетка, вот как бы... Поэтому, если вы на это наберете, вы увидите, что мы уже поставили в интернете и что будем ставить. Хотя уже есть... Я, кстати, подписался на вас в YouTube. Вау. И смотрю, уже несколько интервью посмотрел, пока писал картины. Я больше слушал. Потому что я, когда пишу, я люблю что-нибудь слушать, интересные какие-то новые взгляды на что-то, что иногда даже не касается совсем искусства. Хотя ваша область непосредственно связана с искусством. Да. Даже те же самые монеты, это произведение искусства на самом деле. Да, да. Не могу вам... Извините, перебью, просто хотел важную мысль сказать, что ваша деятельность обречена на успех, потому что одно из самых больших свойственных качеств человека – это коллекционировать что-то. Люди часто любят, ну, в основном все люди любят картинки смотреть. Не обязательно это картины, это даже какие-то воспоминания. Каждый человек является коллекционером каких-то воспоминаний. Да. Хороших или не очень. Да? Знания это тоже коллекционируем. И чем больше знаний у нас в коллекции, тем мы лучше выживаем.
Это какое-то свойственное качество любого человека коллекционировать. Это близко, думаю, всем людям. Да, очень согласен вообще с каждым вашим словом, да. Хорошо, что вы так тонко, четко это понимаете, да. Большое спасибо, что вы есть. Вот вы говорили, я хотел сказать, к сожалению, у меня нету камеры в ту сторону, не буду показывать, но пока вы говорили, вот моя группа съемки, моя вот команда поддержки, она просто плясала, потому что была в согласии с вами, с вашими словами, да. То есть вот как раз оттуда сейчас шел такой поток радости. Да, здорово. И как бы, конечно, любая школа, как любая деятельность, она должна выживать. Да, поэтому я создаю такую специальную коучинговую программу для элиты. Это стоит больших денег не для каждого, то есть как бы для сливок общества, для элиты. Ну, то есть для людей, которые хотят стать реально профессионалом. Вот профессионалов коллекционирования, я имею в виду, это человек, который может делать коллекции в разных направлениях. Не так, что вот я вот в марках разбираюсь, и я буду марки собирать. Это здорово, разбираешься, собираешь, молодец, да? А так, чтобы человек говорит, я могу любую коллекцию сделать, и она будет ценна, интересна. И он знает, как сделать так, чтобы коллекционный материал к нему приходил. Как за деньги, так и бесплатно. Абсолютно легально, никакого криминала, вы, конечно, понимаете, да? И как, да, вот именно выставить вокруг себя людей, которые будут тебя поддерживать в этом деле, да, и как можно, что нужно делать, чтобы это приносило и удовольствие моральное, это очень важно, и прибыль, деньги, да, то есть инвестиционный интерес, чтобы при этом был присутствовал, да, и как сделать так, чтобы, то есть тот же специалист, он знает, как сделать так, чтобы и аукционы раскрутить, и торговый дом какой-то, или магазин, или клуб коллекционеров, будь то виртуальный или реальный клуб, куда люди могут приходить. То есть вот это вот набор знаний, которые я даю за 3 месяца в коучинговой программе, да? Круто. Большая задача, да? Я бы всем советовал это направление, особенно тем, кто уже решил этим заниматься. Потому что если есть какие-то конкретные знания, уже какие-то навыки, которые не получат на тренинге, это в любом случае, вот человек, если он знает, как сделать что-то, он получает от этого удовольствие. Если человек не знает, как работать на своей работе, он и не хочет идти на эту работу. Да. Поэтому это очень важно тоже. Надо разобраться в своей работе, тогда тебя будет туда тянуть. И наконец-то поймешь, о, так это же интересно. Потому что то-то, то-то. Я, оказывается, могу создавать там то-то, то-то. Но тебе нужно знать, какие инструменты, как ими пользоваться, как они взаимодействуют. Когда человек вот это изучает, это просто совсем другая жизнь, другой уровень. И качество жизни, да, понимаете, да, о чем я говорю, конечно? Конечно. Да, да. Согласен, 100%. Вот. Ну и да, в принципе, это коучинговая программа, что это значит, это... Говорит о том, что я буду давать человеку задания, он будет их выполнять, и я буду корректировать его. Да, то есть, а корректировать я его буду с точки зрения своего 30-летнего опыта. Это очень важно. Да, в принципе, у меня есть такая бесплатная консультация, где я выслушиваю цели, задачи, которые человек перед собой ставит. И я ему даю совет, что нужно сделать. Но и это бесплатно. То есть, за бесплатную консультацию, как бы, ну... У нас нет никакого обмена, но я все равно хочу людям помогать. Поэтому у меня есть такой шаг. И, конечно, во время этой консультации человек понимает, ну, мой какой-то уровень профессионализма, да, то есть вот он может, пообщавшись со мной, понять, надо ему, не надо. Может быть, он хочет оставаться дилетантом. А может, он реально вот видит, о, есть, он поймет, есть шанс быть профессионалом и реально достичь тех больших глобальных целей, которые он ставит перед собой. Вот. Но так как... В интернете, скажем так, мягко, разные данные, и не все из них работающие, да, то человеку реально, чтобы стать профессионалом, тем более за 3 месяца, нужна поддержка, помощь коуча, который будет его все время вот держать на цели, давать, снабжать в том числе данными, которых нету нигде, уникальными данными. А мои данные, они основаны на 30-летнем опыте. Это не так, что я 30 лет... держал альбом на полке с монетами, теперь я буду делиться опытом. Нет.
Понимаете, да, это все время были продажи, общение, покупки, создание чего-то. Я проходил через кризисы, и после каждых кризисов я понимал, что я сделал не так. Я делал выводы с этого, да. В следующий раз уже по-другому, по-другому. У меня уже есть видео, вот как только вот эта ситуация с COVID-19 началась, я начал давать советы людям, что делать во время кризиса. Вот у меня есть люди, которые знакомые уже приходят или звонят, говорят, я так и сделал. А для кого-то вообще нереально, говорит, это не, он даже не видит, что есть какие-то изменения, какая-то, ну, перестановка чего-то в мире, в жизни, да, он говорит, а это все пройдет, то есть, ну, то есть люди разные, но как бы я очень рад, когда вот слышу такую обратную связь, о, спасибо, я почитал, было интересно, полезно, и такие люди есть, и это дает уверенность, что вот моя программа нужна, поэтому я буду продолжать создавать свою школу коллекционирования, продвигать ее, вот мы сейчас общаемся, так что спасибо вам большое и за обратную связь, и за помощь в продвижении, это здорово. Что ваша поддержка для меня очень ценна. Спасибо за подтверждение. Да, я думаю, что у вас все шансы добиться успеха, и у вас действительно есть возможность помочь очень большому количеству людей. Вот. Главное, надо заявить о себе как можно большему количеству людей, тогда все хорошо будет. Да. Неважно, кризис или не кризис. Согласен с вами, да.